Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот сметанку. Волжские просторы, сметана 20%. Покупала ее со скидкой где-то рублей за 30. Вот, и здесь у нас ровно 200 грамм, вот написано. То есть даже 200, не 180, как пачка масла. И давайте посмотрим ее состав. Так, состав. Производитель. Так, откуда же она к нам приехала? А, из Саратовской области. Ну вот, даже сметана из Саратова уже приехала. И давайте же ее попробуем и посмотрим. Понадобится нам тарелочка. Так, она у меня уже тепленькая. Давайте ее посмотрим. Немножко размажем. Да, у нее присутствуют какие-то козявки, как обычно. Вот, мне казалось, что у нее не будет их. Ну, давайте я ее попробую. Такая, знаете, довольно вкусная. По вкусу как сметана. И как будто металлический вкус еще какой-то добавлен. Ну, такая обычная, как сметана, как магазинная по вкусу. Но что-то, какая-то изюминка в ней есть. Видимо, вот все-таки она подешевле остальных. То есть, допустим, там... Кто у нас там? Пестравка, вот я пробовала. Она как-то, мне кажется, повкуснее. А тут какой-то вот вкус непонятный. Ну да, какой-то такой немножко, что ли, кислиночки. Какой-то... Какой-то такой это. Ну, как обычная магазинная сметана. Обыкновенного магазина. Не Светофора или Победы. А просто самого обыкновенного магазина. Потому что в Светофоре там, конечно, похуже качеством. Здесь довольно вкусненькая такая, ну, нормальная такая, средняя. Но дороговатая все-таки, думаю, она стоит. И, конечно же, вот они, козявки. Козявки есть, значит, это сухое молоко, наверное, я так думаю. Напишите в комментариях, как вы считаете, должны быть в сметане козявки или нет. Давайте с вами их посмотрим поближе. Вот они, козявочки. Видите, там две штуки. Здесь это вот тоже. Как вы считаете, напишите в комментариях. Мне кажется, что не должно быть. Нужно попробовать, наверное, купить деревенскую еще сметану и посмотреть в ней. Но если только, конечно, там какой-нибудь плохо промешанный творог или сметана, если она там уже что-то добавлено в нее, я не знаю, или загустевать начинает, тогда, может быть, да, там будут, наверное, козявки. А так, в принципе, я думаю, что не должно быть. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Как считаете вы, должны быть там козявки или нет. Вот. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем с мужем. Вот. Также обзоры. Обзоры на продукты из Fix Price, из других магазинов обыкновенных. Пятерочка, Перекресток, Магнит, Fix Price, Светофор, Победа. То есть все-все магазины, обзор техники также есть. И также там у меня еще куча-куча-куча всякой всячины. Всяких там, куча всяких плейлистов. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money.